Здравствуйте, дорогие мои зрители. Кабина-то позеленела. Ты как вообще? Нормал? Его вкус вызванный змей. Я так и думал. Вот и добавилось к нашему украинской, к нашей украинской реальности. Добавился взрыв, о котором мы говорили давно. Я точно говорил давно. Где? 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 В Южном Кавказе, на Южном Кавказе. Он тебе не говорил? Нет. Началась контртеррористическая операция Азербайджана на Горном Карабахе. И долго? Очень краткосрочная. Кажется, она длилась 1-2 дня. Как-то подозрительно, тебе не кажется? Что здесь, на мой взгляд, странного? Что-то как-то странно тихо. Не замечаете? Попытаюсь сейчас быть, минимум эмоциональности. А, скандинавский минимализм. Я был очевидцем... И чего? Мягко скажем, очевидцем Первой Карабахской войны. Ну, это очевидно. И это была война народа за ту частичку своего народа, который сказал, я хочу жить так, как я хочу жить. Ну, так и что ты тогда хочешь? Чтобы не запрещали язык армянский. Нет, ничего не напоминает. Абсолютно ничего! И так далее, и тому подобное. И дальше что? И мне кажется, что вся эта ситуация является провокацией. Расскажите нам сокровенно о высоком. Что за цель? Целью которой является только одно. И что это? Ну, понятно, что премьер-министр Армении – это мразь. Ты себя в зеркало видел? У тебя печать божья на все ебало. Вы знаете, в русском языке у меня богатый лексический запас, клянусь. Лексику-то свою фильтруй. Честное слово. А как насчет честной жизни? У меня нету слова, нету прилагательного. Нету! Все! Нету! Достаточно хлесткого и достаточно сильного, чтобы эту Иуду назвать. Кто это? Козел Иуда. Видел таких? Так вот, вот эта Иуда сделала все, чтобы рассорить армянский российский народ. Глянь в зеркало, на свою рожу пропитую. Я не знаю, не хочу грешить против правды. Если ты шлюх, то ты шлюха. И вы хотите, как обычно, на кого-то это переложить? Говорят, перед смертью наступает необычная ясность сознания. Хер вам! Вам с сахаром? Всем тем, кто с армянскими фамилиями, за деньги или потому что дебилы. Ну, как бы страна требует героев, пизда рожает дураков, ебать. Нас, нормальных этнических армян, тьфу на вас! Которыми не засрали голову, которые помнят огромную страну под названием Советский Союз. Я ж тебя просил, ну завязывай ты с этим бухлом. Нас в разы больше. Простите, я не улавливаю вашу арифметику. Это как математическая аксиома, так и идеологическая аксиома. Вот говорят, на Украине солдатам дают наркотики, чтобы они ничего не боялись и шли. Что вам дали? Че, деньги-то выпучил? Крути педали, пока не дали. Любите друг друга. А? Победа будет за нами. И от этого противно. Я говорю это вам, глядя в глаза и глядя в лицо. Зачем так нервничать, мужчина? Так что будьте здоровы, дорогие мои. Будьте счастливы. Да пошел ты, падла!